Нужна ли церковь? С самого начала завершающей книги Откровения, которая является посланием самого неба, Бог показывает, для кого она предназначена. А предназначена эта книга для церкви. Иоанн семи церквям. Откровение 1.4. С самой первой главы Бог ставит церковь на первое место. И в этой же главе открывается понимание, кто же такой наш Господь и где Он находится. Иисус является начальником жизни, Он победил ад, Он альфа и омега, начало и конец. Люди часто задаются вопросом, а где же сейчас находится Иисус? Библия дает ответ. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям, опоясанного золотым поясом. Тайна семи золотых светильников есть сия. Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Откровение 1, 12, 13-20. Как глава, наш Господь находится посреди всех церквей, так как число 7 отображает полноту. Насколько же церковь важна для Бога? Если первую главу книги, которую написал сам Иисус Христос, Он адресует церкви, вот акцент всего неба. Смотрите каналы Салтаненко, вы научитесь правильно понимать Библию, спасете свои души. Благословляем вас, дорогие!